Доброе утро всем. Время 7:30. Средние волны еще насыщены. Так, свет включи. Газы у них там. Пердят, суки. Ну ладно, а средних еще полно, нам интересно. Длинные. Вот длинные. Это поляки. Это антенна Сетевор. И все, больше станции нет. Тут подводные лодки уже. Ну вот при таком фоне импульсников и прочей херни электрической. Фонари подключали уже. Так, вон там должны гореть от подъездов фонари. Ночное освещение выключили. Две станции. Чтобы что-то услышать третье, четвертое, надо свет везде, во всем районе отрубить. Вернемся на средние. Это актуалитет, наверное, станция. Мне кажется, каждый может с этим согласиться, потому что это настоящее чудо. Это Украина. Сказал, чтобы все слышали. Работа. Учитесь, сачки. Так громко орёт Радио России. 'Ты хватит жрать, оставь на потом. Ну, тут какие-то тихие муслимы. Вот здесь у меня затухает диапазон, наверное, надо всё-таки менять некоторые электролиты в приемнике. Но вот имеем, что имеем. В начале диапазона все тихо у него, этого приемника. А вот к середине он... На месте тупики еще как бы заносились. Ладно. Вот видели, в начале тихо, в начале диапазона на низах, а на верхах уже... прокрикиваются. Ну, румыны с утра жгут. Давай до конца. Украина. Израиль отвечает артиллерийским огнем по позициям Хизбаллы. Ситуация... позициям ебалы. Давай, Израиль, бей ебалу. Ну и все, больше ничего нет, или оно... Вот да, вот станция слабая.
что-то есть. Но это актуалитет дублированный. Считает он. На данный момент Хизбалла не заинтересованы в глобальном вооруженном конфликте. Однако напряженная обстановка сохраняется, полагает. Ну да, не заинтересованы. Зашли, ебанули. Але, наприклад, ветерана війни або так. Ну и все, буду слушать дальше румынов, потому что слушать нехер. Сейчас вам время покажу. Чё он какой слепой стал?